24-й год, 26 апреля, ребенок с диагнозом рубцово-атрофические изменения, асимметрический гидроцефалия, нейродегенерация затылочной области, имеются некоторые аномалии развития в сердце и нефролитиаз в почках. Сейчас все это демонстрируем. В данное время я показываю заключение головного мозга. Значит, подтверждение сейчас покажем. Миясаны курган инсаксмы ва бирде гидроцефалия хосил болган. Гипоксик ишемик энцефалопатия бар. Мана бирде этибор берсеңер, мана демек миянын инсаксмы курган. Асосан көрүш марказлары ям курган. Көрөдүмү, көрмөйдүмү? Көрөт. Лекин көзү качкан. Көзү качкан, лекин көрөдү. Я спрашиваю, зрительный центр отсутствует? Видит или нет? Это видит, но зрачок находится под веками, под нижними веками. То есть на верхнюю челюсть ушел. Закат солнца имеется. Симптом заката солнца. Но они приходят к нам второй раз, третий раз, и говорят, эффект очень хорошо чувствуем. Эффект очень хорошо чувствуем. Больше вы сияптым, усмеяптым? Усмеяптым. Сейчас мозг уже не растет. Ну, сейчас я показываю, значит, сделана операция по стернотомии. Значит, было, значит, порог развития сердца. Оперировались. Канака юрагида порогу борода? Не знает мама. Имеется, значит, дисплазия тазобедренного сустава, и еще имеется нефролитиаз. Нефролитиаз имеется, вот, значит, камень в почках. Мы тоже лечим камень в почках. Говорит мама, что очень хорошо, потому что, говорит, последние дни, говорит, по камень, вот здесь вот на 3D режиме видно, значит, камень, говорит, перестал беспокоить, говорит. Значит, давайте узнаем ребенка, давайте скорее. Что лучшего, что хуже. Нумаяхша, нумаяман узгарышла. Сейчас спит ребенок. Нумаяхша, нумаяман узгарышла. Миясы узгарышлары. Миясы узгарышланды. Көрүшү көрөдү, көздөр али жойга келмеди, лекин уже адам ажыратыштары жакшы, күтүнүштары жакшы, иштахасы жакшы, кетинчиланып калды анча, жүдө көп жыгларды, азыр жыглаштары анча келмеген, уйкулары жакшыланган, анча жакшы Кудайга шүгүр. Алла шифасын берсин, дай болгон здоровление. Значит, ребенок сейчас спит, но имеется улучшение состояния.